пока готовлюсь к стриму, ребят, хочу вам всем сказать большое спасибо, что пришли и поддержали наш фестиваль Нейропанк 23 февраля в клубе «Атмосфера» с новой постановкой, с новой идеей 360. Мы никогда этого не делали, это уже не ново, но, в частности, мы решили это осуществить. Наконец-таки. У нас все получилось, благодаря вам. Прошло все просто настолько фантастически, кипишно прям, вот настолько драйвово. Но это не описать словами, это нужно было быть там в тот момент. Понятное дело, что есть куча фото, видео, еще будет много фото-видео. Но все-таки на 100% ощутить, ну, это не получится. Но мы решили и думаем, точнее, о том, чтобы провести вторую часть 360. Еще круче, еще навороченнее там и так далее. В общем, благодаря вам у нас появилась эта идея продолжать ее дальше осуществлять. Супер, но у меня до сих пор эмоции в голове, внутри меня. Прошло уже, ну, неделя там практически, но все равно у меня внутри все вот это вот воспоминание. Очень круто. Спасибо большое за поддержку всем артистам, всем тем, кто помогал. В общем, всем-всем-всем. Супер, мы очень рады, что у нас это все получилось. Супер. Ты драмчик будешь сегодня прям хуй? 50 на 50. Что, байсуха сдыхает, да? Да. Заметил тоже, да. Слушай, ну... Блин, вот, знаешь, вот что... РС только качает сейчас. Кто? В принципе, из, ну, Russian Style. Из, ну, больших, да, таких, да, рэвов, где, в принципе, байсуху, ну, воспринимают еще. Ну, да. Ну, драм and бейс сцена, она оказалась более такая самодостаточная на фоне всей вот этой ситуации. Слушай, драм and бейс, она уже жил, жив, да, и вы... И Неруха, и Ликвид, и все. Да тут тусовки, все, да, в целом. Как бы живой, это, в хаосе такого нет, то есть... UK baseline, не знаю. Но сейчас хаос переживает, я думаю, такой, ну, по крайней мере, байсуха. Вот такой вот UK baseline конкретный. Ну, по крайней мере, у нас в Рашке кризис небольшой. Ну, то есть, да, хуй знает, куда он выплывет там дальше. Что-то с теком будет связано, что-то с брейксом. Очень много ломаных вообще. Вот ребята, которые играют прямую бочку, вот ко мне приходят. Много и драм н бейса, и брейкбита, такого хаосного брейкбита, UK гэрридж с брейкбитом. Ну, короче, блять, вот такая смесь прикольная. И вот они сейчас больше туда метят. Очень прикольно. Вот. Я тебе, кстати, тоже советую, но это, ну, обратить внимание, ну, ты, может быть. Да я уже тоже начал. Да, да, да. Во-во-во. Ну, я заметил, сейчас много кто из UK бейслайна уходит в джампа, потому что тембры похожи. Да, просто BPM, да, разные, да, да, и все. То есть грув разный, а именно басы те же самые. Вот я тоже самое начал экспериментировать, потому что тоже бейслайн надоедает, я вижу, как люди тоже... Как бы он замкнулся сам на себе и никуда не развивается, никаких новых игроков нет. То есть там есть пару имен, которые еще что-то могут, но... Ты имеешь в виду по всему миру? Ну да, в частности, там тот же Крукас, допустим, вот был лейбл Крукас, да, который, ну, есть, UK бейслайн выпускал. В итоге он сейчас... Драмчик. Сделал. Да, драмчик перешел на джампуху, сделал саблейбл маленький, Нукру, по-моему, как-то так называется. Как? Нукру, ну такой Нукру. Маленький, короче, саблейбл, и там дальше бейс релизит. А в основном именно я тут начал, UK, джампап. Крюкаст подписали к себе, ну, по крайней мере, несколько треков. Терну они выпустили. Да, да, да. Кила, сейчас, да, у них оригинал, сейчас випка вот стрельнула недавно. Джина, по-моему, там недавно был. Да. Ну, они молодцы, в этом плане развиваются. Ну, вовремя почувствовали. Да. Кстати, да. Слушай, ну смотри, у тебя твой лейбл Outlaw. Сколько ты его уже качаешь лет? Года два, вообще 2 года будет. Вот, соответственно, как раз давай тоже, почему бы и не повторить такую же историю, подписывать ребят на наших российских. Да, у нас много ребят, которые как раз у Беса в подкасте постоянно играют. А, да? Да. Уже на выпуск, да, готовится? Да. Не, на выпуске не готовится, у меня много друзей, которые тоже с драм н бейса. Я же тоже раньше драм н бейс лет. Да, я знаю, да, назад, да, там, да, еще с текстепа начинал. Я знаю, да. И без утрагивания. Да, я помню, еще, да. Давно было. В
потом я ушел, там что-то начал себя искать, потом вот этот бейсхаус начался мой. Потом вот это 3-4 года я что-то уже вот подустал, ну не то что подустал, он умирает, ничего нового как бы нет. Прямая бочка играет, играет UK Bassline, одно и то же, тек-хаус, ну тек-хаус тоже не знаю. Больше как-то коммерцию это все уходит, то есть нет чего-то такого, все вымерло и как бы, все идет опять к драм-н-бейсу. Сейчас я смотрю, именно прям джамп-ап, и людям нравится, именно даже не прошаренным, знаешь, обычным. Это я знаю, да, помню. То есть вот этот грув туповатый, веселенький. Тум-пум-бум-бум-бум-бум. Слушай, ну а у тебя есть, может быть, уже кто-то на примете из драм-н-бейс аудитории нашей тусовки, кого ты бы мог выпустить на своем? Да, есть пару ребят. Да? Да, есть. Ну, пока что рано говорить о них, но есть пару ребят, которые также вот у Беса и постоянно тоже в подкастах играют. А их назвать нельзя на камеру? Майл. Майл? Да, хочу Майла выпустить. Майл. Мюзик. Не лепишься? Майл. Майл. Мюзик. Может, знаешь, Апач в свое время его Бес хорошо его прям бустил. Блин, слушай, у Беса там такой проходняк, что не знаю. Да, ну да, там больше. Майл, как пишется? Майел. Майел? Да. Ну ты по-любому слышал, просто не знаю. Ну, он не особо медийный, но треки у него нормальные. Так он пишет что, Майл? Нейрофанком больше. А, так то есть ты на Outlaw? Да, но я хочу... Лейбл Байсухи, будешь выпускать нейруху? Ну, нейруху ну, немного, плюс-минус. Но, опять же, я больше хочу, конечно, ориентироваться на джампуху, потому вот, что у нас аудитория... конечно, да. Да, то есть у нас и аудитория после вот этого UK Bassline, она прям хорошо впитывает. Да, есть, так нейруха... а зачем тебе нейруха? Ну, все равно они около друг друга же все равно как-то вертятся. Я понимаю, что они как бы разные. Не, я не слышал, да, конечно, трек, который ты хочешь выпустить. Он у тебя есть сейчас с собой? Нет, с собой нет, у меня есть свои треки, которые я тоже хочу выпустить, они тоже в жанре джампа. Ну давай на секундочку что-нибудь. Они сегодня будут в миксе да, в твоем? Да. Вот, да, и тебе вот что-нибудь типа того сюда еще. Басы похожие тоже. Да. Слушай, ну круто. Че? 130 BPM переделать, то же самое оставить у тебя UK Bassline. Согласен. Слушай, а я этот слышал, ты как-то, по-моему, говорил, по-моему, ты, да, что собираешься сваливать. Или это ну, нутро? Ну, я на время я сейчас экспериментирую, да. Не, вот нутро, ты... да, нутро. Нутро свалил. Да, нутро, он там куда-то в Китае что-то в Китае, по-моему, да. Видел у него сторис. Да, он там... Что-то так и ты такое. Вроде тоже. Ну, я экспериментирую, я туда, обратно, у меня просто еще и там срать. А туда это уехали. Куда? Сербия, Грузия, Турция, где-то вот там. Ты уже ездил? Да, ездил. Просто так ездил? Или не, пожил пару месяцев, мы пожили, поэкспериментировал там, сям, плюс у меня же еще не только я там уехал, у меня еще родители, как бы они сейчас в Сербии, я тоже как бы там рикошетом туда залетаю иногда. Тоже, в общем, вот пока экспериментирую, так на две страны, на 3-4. То есть такого. Как-то так, пока двигаюсь. И сейчас вы опять вернулись, я так понимаю? Да, сейчас на время вернулись, потом опять въедем. Сейчас пока на время. Ну, я туда-сюда. Ну, я понял. Ну, так подождите, вы уезжаете, у вас какой-то бизнес, достаток, он автономный? Да, ну, у меня все полностью. Не, вы не привязаны? Не, я вообще никак не привязан. Ну, я вот лично занимаюсь обучением. Ну, ты-то... А, обучение? Ну да, я то есть обучаю по Zoom, там связываюсь с людьми, дистанционно беру управление, компом, пишу музон, там все с разными там ТЗ приходят, кто-то там по драм-н-бейс, кто-то по хаосу, на основном по хаосу, потому что меня по хаосу больше знают. Вот, и вот как-то так вот работаю, то есть госпродакшн, опять же, там сведения, мастеринг, вся вот эта история. То есть, в принципе, никак не привязан к месту, без разницы, где я нахожусь. Единственное, может быть, только там, не знаю, сведения финальные, там, в студию. Ну, ее везде же можно арендовать, это не обязательно. У меня есть ноутбук, наушники, этого хватает, чтобы уже делать продакшн. А ты в какой программе обучаешь? Битвик. Обучаю я в FL Studio. Ableton. Аблик, да, Битвик. Да, трех в основном. Ну, все в основном только в них-то и пишут. Ну, да. Cubase там и вот эти все, они не особо. В основе, да. Не особо. Reaper тоже такая своеобразная там, да. Еще плюс не только с Россией занимаюсь, там и с ребятами там, естественно. Франции чувак один, там из Нидерландов один. И они, именно... А с ними что? С ними тоже занимаюсь, они русскоязычные. А. Они там тоже живут. Вот. Двигаются как-то там своим жанром. Вот я им тоже помогаю. Такой соул продакшн. Круто, слушай, молодец. Че?
Поэтому, да, не привязан к одному месту, короче, и экспериментирую, пока молодой. Вот если бы не родители, ты бы сам бы где хотел жить? Вот, ну, ты где-то во многих местах побывал. Куда тебя тянет? Ну, наверное, Британия хотелось бы. А, все-таки туда, да? Ну, я Канею. Там... Лехе, привет. Я там не был, но на самом деле не был. Я тоже не был. Да, но культура у них вот именно, они как законодатели моды. У них вот эта мощная их культура, вот эта музыкальная, то есть, опять же, вот этот драм-н-бейс. Но ты из другой среды, ты понимаешь, у тебя другой менталитет. Приехав туда... Не факт, что ты там уживешься. Да, да, музыка базара ноль там и так далее, но все-таки они по-своему мыслят и общаются там и ведут, и... а ты по-другому, блин. И... Но любовь к музыке одна, базара нет, но любить же эту музыку можно и отсюда, и из Сербии, из, ну, откуда угодно. Ну, пока экспериментирую, короче. Но попробовать стоит, согласен, 100%. В общем, я к тому, что у меня пока нет прям таких четких, вот я там жить буду, все, 100%, на ПМЖ переезжаю, там. ВНЖ, паспорт и все. Нет, пока такого нет, просто экспериментирую. Круто. Смотрю мир. Супер. Опять же, пока что тут, в Москве, у меня как бы в Москве все ок. Давно живу. Вот, и как бы, в общем, пока что просто экспериментирую. Я поддерживаю. Лучше пожить немножко здесь, немножко там, узнать, что как. Ну, блин, во-первых, это интересно, это же путешествие некое. Ну, это мир. Да. Там разный менталитет, люди разные. Знаешь, как этот, есть, ну, не поговорка, а высказывание одного какого-то умного человека, я не помню, кто это. Главное, чтобы денег хватало на путешествие, еду и необходимую одежду, без излишек, типа там. Угу. Ну, чтобы у тебя более-менее было, ну, куда-то там выйти там и так далее. Все, но главное путешествие, это на первом месте стоит, типа. Да. Чем больше путешествуешь, больше узнаешь, тем больше у тебя ты наполняешься сам внутри эмоциями и жизнью. Дальше жить, там, существовать. Да, плюс еще сравниваешь, как люди живут, вот это очень прям чувствуется. То есть не то, что не материальном плане, а именно там культурном. Да. Разные абсолютно люди там по-разному реагируют на какие-то те вещи, которые ты привык воспринимать там обычно, они воспринимают вообще по-другому. И ты такой, вау. Круто это. Необычно, короче. Слушай, вот, а ты побывал в Грузии и Сербии. Да, и ну еще в Турции немножко. Ты там выступал с местными какими-то? Да, в Грузии мы вечеринки делали, пару вечеринок сделали. Аутло? Не аутло, отдельно там свой, аналог такой создали. Вот, там Blackout Bar там было место, Бункер Бар играл, там Табу еще было место. Вот, но в основном именно мы пытались там UK делать, бейслайн. Он там как-то, ну, в общем, не очень. А вот именно джамп-ап почему-то все покупают. То есть они прям все прям танцевать начинают. Прям потому что вот этот грув тупой, веселящий. Да. Идиотский. И не нужно людям, знаешь, вот этот порог вхождения в какой-то сложный. Там, опять же, там, если брать, там, пример, там, UK. Слушай, нейруха будет для них сложная. Да, нейруха, то есть сложная, потому что нейруха это что-то мрачное, там нужно думать. Или вы там тоже UK Bassline, он тоже не особо там прям такой веселящий, там тоже подумать надо. И это тоже немного сложно, это надо какие-то треки определенные подбирать. А, и джампуху включаешь какой-нибудь трек там с тупым грубым, они такие, о-о-о! И все, начинают дэнси. То есть это круто, и поэтому я тоже присматриваюсь, опять же, к этому жанру, потому что как бы он как бы и одновременно мне нравится то, что это не просто какая-то там, как тек-хаус какой-нибудь, знаешь, простой, просто там саббас, это, в общем, коммерция простая, тупая, там два притопа, три прихлопа. Тут как бы, типа, реально прям, как это сказать, ну, короче, скилл нужен, чтобы хороший джамп написать, но при этом у него порог вхождения простой для обывателей. То есть не нужно там прям думать, что-то узнавать, просто услышать, человеку может просто понравиться и все. Да, это мне да. нравится. Особенно я заметил, что сейчас прям очень сильно популярно бутлеги делать. О, да, это мода, вообще, мода пошла, мода. Это прям... Еще знаешь, что популярно? Когда выходит какой-нибудь хит, неважно, это там ремикс на что-то, не бутлег, там, короче, хит какой-то, и на него сразу же делают какой-то свой эдит, даже не бутлег, а эдит. И все. И выкидывают. Да, вот это. Да. И сам исполнитель, который написал этот хит, связывается с чуваком, кто сделал эдит, просит у него и сам его играет. И просит его, чтобы он больше никому не давал. То есть ты сделал эдит, ты его играешь, и я сделал оригинал, я играю. Все, мы с тобой. И погнали. Вот это прям тема сейчас работает. То есть это еще лучше работает на обывателей, которые вообще ничего не понимают, им вообще ничего не надо разжевывать просто. Популярный трек,
жесткий дроп там и все. Да, 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 да. Как бы с такой не провернешься с нейрофанком. Там можно за первую часть вывести, вторую включишь, сразу сервер зайдет. Слишком жестко. Вон, у меня вышел трек Missing You, и на него его взял AMC в свой плейлист и сделал некий свой эдит. То есть не просто он оригинал играл, а вот там вот этот порезал. Ну вот, да. И у меня ребят спрашивают, бля, а что там это за эдит, причем а англичане? Я говорю, да это он сам сделал, к нему вопросы. Такие, а мы поняли. Ну да, это такая, в общем. А Хедекс тоже играл оригинал, потом такой, бля, сделай мне випку. У меня тур будет сейчас, митер, хитер, My House is the Rave, мхитер называется. И он говорит, сделай мне випку. Я ему сделал, дал все специально. Ну, она чуть попозже вышла, и вот он тоже с випкой гонял. Специально, чтобы выделиться, потому что, типа, оригинал вышел, уже все, зашквары играть ему оригинал, нас же это. Да они же такие эти. Не, круто то, что Хедекс играл, это круто. Да, 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 да. Хедекс крутой чувак. Причем он... Мы подписаны были друг на друга еще несколько лет назад, когда он еще был опездалом и, ну... Сам писал, там что-то пытался, какие-то эти несложные композиции. А, и он еще не был таким популярным, ну как сейчас. Сейчас у него там да, сейчас, около 300 тысяч там, подписчиков, там, а тогда было вообще панты. Ну так, общаемся, переписываемся, перекидываемся понемножку. Ну короче, за джампопом будущее. Смотри, да, пока что. Ну пока что, да. А что дальше будет? Да, он же тоже в какое-то время не бьет всех. Ну да, да, да. И вот дальше куда? Какие твои мысли? Как ты думаешь, после джампухи куда все это двинется? Потому что UK мы не трогаем. UK останется на своей волне. Я имею в виду весь мир. Может, это немножко под... По-любому, наверное, не drum and bass куда-то уйдет. Другой жанр, не знаю. Ну, возможно, опять... Стоп. Drum and bass, jump up. После него куда drum and bass пойдет? А, drum and bass именно? Да. Да не знаю, может, ликвид какой-нибудь начнется. После жесткого там джампапа все захотят, что-нибудь лайтового. Мне кажется, будет что-то смесь типа джампухи со старым текстепом. Ну, кстати, вот. Вот такая какая-то, какой-то симбиоз, повторяющиеся звуки. Жесткие с джампушным вайбом вот таким. Ну, знаешь, такой симбиоз. Ну, я так думаю. Ну, да. Может быть. А там одному богу известно, знаешь, вот кто-нибудь там Бу или кто-нибудь еще какую-нибудь хрень напишет, вообще вот нестандартную, и все таки, оп, это новое что-то, давай вот в таком же жанре херачить просто со звуками, он как Серум, да, свои да, воблы. Серум, да, да. Он же повторил, на самом деле, я ковырялся, искал старые треки, и был чувак, их двое. Было в проекте, и потом они разделились. И вот один стал писать при джампаповой такой, ну, грубо, ну ладно, джампап назовем. Вот с такими воблами. Как раз таки. И потом, ну, это никто не подхватил. Как-то затухло. Но он выделился этим саундом. Потом прошло время, появился Серум, и эти воблы он начал качать. Он писал, все такие, что-то хрень какая-то, хрень, и потом раз, и все-таки где-то кто-то куда-то залетел трек, и все такие, о, это модно, круто, давай! И Серум взлетел сейчас со своим. Ну да, Серум такой, ну у него тоже вот этот грув, вот этот туповатый, вот этот максимально вобл-бас, вот этот. Ну он качает, да, блин, ну, нравится и это. Прикольно звучит, это его фишка, да, да, и, да. Так же, как этот, как его сейчас... Сейчас новомодный стал, блин, Симула. А, да. Вот эти вот шаркающие. То же самое. Или один из комиксов. Короче, блин, я сейчас не вспомню. Но вот недавно я переслушал, я такой, блин, вот он, Серум откуда все это взял. Ну, там тоже бассейн. Так много звуков повторяющихся. Блин, это, грубо говоря, все вот то, что мы сейчас проходим, это где-то было в прошлом уже. Кто-то, может, что-то новое накручивает, но 90% все хорошо. Сейчас очень много заметил со сплайса все звуки. А? Со сплайса практически у всех, кто джампу пишет, там просто заходишь в сплайс, джампап бас набираешь, и там просто ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, конечно. Скачаешься, в Серум загружаешь. Пострел поспел тот, кто закинул на сплайс эти сэмплы, там звучки, сейчас вот и... Нормально, там, наверное, скачка. Да, именно так. За пресет это по 3 кредита, не по...
вроде по никаких сэмплов по одному. Согласен. Там, наверное, нормально. Слушай, ну а у тебя этот, у лейбла-то, что, как скачки там есть, все да, нормально? Да, вот мы порог преодолели. Какой? 300 тысяч прослушиваний. Да? Да, да. О, круто. То есть у нас там ежедневно идет по... Всего за 2 года? Всего? Ну да, ну меньше там 2 лет, потому что мы там переносили с одного дистрибьютора к другому, и вот у нас за сколько, 9 месяцев, по-моему, 10 месяцев вот пришло отчет у дистрибьютора. Это, ну вот да, за 9 месяцев, короче. Там ежедневно где-то по 5-6 тысяч у нас идет с Ютуба, контент ID такая штука, там где у тебя играют, везде считывают. Spotify, Apple, ну и так далее. Да-да-да, я понял. Нас... Слушай, добавь мою почту тоже к себе в рассылку, да, в промо. DJ Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster. Finally, the bass music is the trend. Yeah! Bassland Show by DJ Prophet. Every Wednesday on DFM. We'll be right back.
С вами DJ Profit, и у меня сегодня гость Медест Данька. Очень давно его не было, на самом деле. Ну, конечно же, флегматики залетают прямо с хода, очень хорошо. Давайте немножко послушаем дроп. В общем и целом, это стрим сегодня не просто так проводится, потому что я после нейропанка еще не особо восстановился. Он приурочен к мероприятию, которое пройдет в эту пятницу, 1 марта, в клубе 16 тонн, где выступает, конечно же, Медест, я, DJ Profit, Маниста и многие-многие другие ребята, которые варятся в бейс-сцене. В частности, бейс-хаус, бейс-лайн и, конечно же, драм-н-бейс. И, в частности, Данька. Дань, иди сюда. Отвлеку тебя на секунду. Да-да, привет. Вкратце, как дела, настроение? Что сегодня проиграешь? Все отлично. Сегодня будет 50 на 50. UK бейс-лайн, первую часть моего сета. И вторая часть джамп-ап. И немножечко нейрофан. Отлично, будем ждать. Я заинтригован, в частности. Ну, пару трачков ты мне перед стримом поставил, но в целом я хочу услышать твое видение, чего да как. Поэтому давай, беги, своди, еще тебя дерну на пару вопросов. В общем, я хотел сказать, что 1 марта мы встречаемся в клубе 16 тонн. Любимая бейс-музыка, я буду играть только драм-н-бейс, ну а ребята 50 на 50. Короче, будем кайфовать после нейропанка тем, кому не хватило драм-н-бейса. Всем приглашаю 1 марта 16. Bass music. Bassland Show on DFM. Don't touch that dial. Клубе 16 тонн пройдет мероприятие от двух промо-групп Outlaw и Rave Community. Ребята объединились и сделали вот такую вот движуху, где выступаю я, Медест, Маниста, НВ, Мистер Кристал, Элизер, Фэнси. Конечно же, вы все прекрасно знаете, где 16 тонн находится. Чуть позже оглашу тайминг, кто, когда, во сколько играет. Ссылочку в прямую трансляцию в нашем чате я кинул, можете проходить по ней.
знакомиться с информацией и, самое главное, кликать на «Купить билет». Да. Смотрит прямую трансляцию из студии DFM. Всем ни хао. Ну и, конечно же, Дань, давай вкратце пройдемся. Ты наших пацанов со своего лейбла же тоже будешь представлять. Да-да-да. Давай. Вот как раз играет наш трек совместно с DNL и британским MC PVK. С русской акапеллой перед дропом, жалко, не услышали. «Черная грязь». Второй дроп обязательно. Ага, да, второй дроп послушаем обязательно. В общем, сегодня от Даньки будет много треков от наших парней. Коллабы, различные какие-то бутлеги и так далее. Ну, короче, эксклюзив, да, сегодня в прямом стриме Baseline Show, которое приурочено к тусовке в эту пятницу, 1 марта, Outlaw и Rave Community. Baseline the show with DJ Prophet. We'll be right back.
У меня перед глазами картина, как будто мультик, да, Чип и Дейл, кто-то из них начинает петь. Прикольный трек, неординарный. Клевый, клевый. Yes, I'll be.
очередного спид-гаража. Да. Так, ребят, что касается выступлений, а именно тайминг, кто, во сколько и чего. Начало мероприятия в пятницу в 16 тоннах, 23 часа открывает мероприятие Элизер. В 0.15 MC Crystal и Fancy, в час Маниста, в час 45 Медес Данька, который сейчас играет у меня в гостях. В 2.30 я, Profit, в 3.30 Enway и в 4.15 All Stars Back to Back. Ребят, возвращаясь к нейропанк-фестивалю, который произошел 23 февраля в клубе «Атмосфера», прошел очень круто. Большое вам всем спасибо, что пришли, поддержали. Всем артистам большое спасибо. Всем тем, кто причастен был к организации, а таких немало людей. У нас очень большой коллектив, который помогает и топит за движуху, за драм-н-бейс, в частности, за наш российский бренд «Нейропанк». Отечественный. Все очень круто. Официальные фотоотчеты на этой неделе, либо в начале следующей. Также видюшки будем готовить для вас. На протяжении всего мероприятия велась прямая трансляция ВКонтакте, эксклюзив. Да, вы можете сейчас просмотреть запись в нашей группе Нейропанка. Ну и плюс мы чуть позже будем отдельно выкладывать каждого артиста трансляцию, чтобы можно было по отдельности смотреть, конечно же, как и видео, так и отдельная запись сета, звук, чтобы можно было гонять где-то в подкастах, в наушниках, неважно, в дороге, либо занимаясь спортом. Да, я за спорт топлю. В общем, большое вам всем спасибо, все очень круто. Мы думаем над второй частью 360, чтобы ее провести, думаем пока. Вот, потому что действительно получили очень большое количество отзывов об этом концепте, об этой идее. Супер, спасибо всем. Я, кстати, не представляю, если бы «Известия» не сгорели, и мы проводили бы фестиваль там. Но нам пришлось бы за неделю остановить продажи билета, потому что приближался солдаут, а, насколько вы знаете, «Известия» гораздо меньше, на 1000-1500 тире, чем «Атмосфера». Поэтому очень хорошо, что мы туда перенесли мероприятие. Но даже если бы и не было пожара, в любом бы я случае, думаю, мы бы это сделали, потому что
ну, не хотелось бы, конечно, обламывать тоже добрую часть людей, которые хотели бы прийти ради того, чтобы провести в известиях. Поэтому, да, мы заранее с атмосферой обсуждали и договаривались об этом, что возможно перемещение. Но так это и случилось. Ну, правда, по другой немножко причине, но... Еще раз большое всем спасибо. Вы молодцы. Ну и тем, кому не хватило, 1 марта, 16 тонн, всех милости просим, да. Now look at me, Selassie, I know. I got a boss this year, the world of truth. Selassie, I know that. Now we take our time, and now we found it. Кстати, мы с Данькой записали прикольные терки, пообщались за музло, за его лейбл там и так далее. Дань, вкратце. Дань, вкратце, расскажи то, что, ну, про обучение, то, что ты занимаешься. Занимаюсь с учениками по Zoom, дистанционное управление беру, помогаю. Вот как раз трек ученика играет. Ага. Совместная работа, такой соло продакшн. Вот, беру дистанционное управление, помогаю, опять же, людям дорабатывать их демки, свожу, мастерю, в общем, все делаю. Но ты обучаешь не только тех, кто уже преуспел в чем-то, но и с нуля, ребят. Да, вообще абсолютно с нуля. И... Какие давки? FL Studio, Ablik, Bitwig. То есть, ну, в основном... Ну, самые основные, да-да-да. Слушай, ну и сколько по времени стоит длится время с нуля, если человек? Ну, с нуля, как бы такой самый базовый вариант, ну, это месяца 3-4 хотя бы. Опять же, у меня есть там ученики, с которыми я 2 года занимаюсь, даже 2, там, полтора, то есть, опять же, ну, уже... То есть, даже если человек не может, ты его не бросаешь, вы переносите и да, заканчиваете? Конечно. Опять же, берем референсы, работаем по референсам, пытаемся достичь похожего звучания. Опять же, это все как бы технично. Да-да-да. Это круто, молодцы, супер. Слушай. Ну и плюс обучение диджеингу, да, я думаю? Ну, диджеингом тоже, но в основном именно продакшн. Именно продакшн. Все, я понял. Окей, ребята, так что если кто хочет обучаться у Даньки, у Мидеста, милости просим, пишите в личку. Договаривайтесь.
Илюхе Манисте привет большой. Вот сейчас не мог приехать сюда, хотя планировали, но зато на трансляции тусует. Кстати, как я говорил, мы с Илюхой планируем провести стрим, пока еще не договорились, в какую сред, но в планах. With DJ Prophet. Broadcasting live over the capital. Большой привет Никитке и Гошану, Digital Koala и Bedwork, да. Вот такие вот пилорамы они любят. Ну и в целом их тусовки, большой привет, Side by Side, Пермь.
Ребят, еще раз приглашаю всех 1 марта. Клуб 16 тонн. Я. Рейв комьюнити Outlaw. Две организации слились воедино и делают бейс-тусу. С различными, конечно же, саб-жанрами бейса. Это бейс-хаус, бейс-лайн, UK Garage, Two-Step, Speed Garage и, конечно же, Drum and Bass, да. Играет Медест, Маниста, я, Диджей Профит, НВМ, МС Кристал, Мистер Кристал и лидер Фэнси. Начало мероприятия в 23 часа. Залетаем, кому мало было драм-н-бейса на нейропанке. Ой! Ну и, кстати, 21 сентября мы делаем World of Drum & Bass с 5 иностранными артистами. Билеты уже в продаже. Сегодня поступила вторая партия билетов. Drum.ru, залетайте. Они будут попорционно, поэтому кто успел, тот поспел. Тот пострел, ну, короче, вы поняли. Ну и вот такие. Переходим и ускоряемся на Drum & Bass. Йо-йо-йо! Привет! На трансе висит тоже. На трансляции в плане. We'll be right back.
Трек от нашего парнишки, который сейчас будет звучать. Давай, называй, да. Мой кореш Майл Мьюзик, новый его трек «Айдишечка». Ребята, эксклюзив прямо сейчас от Медеста Бейсленд Шоу на DFM. Опять презентация. Айдишечка от Маниста, моего кореша. Вот. Палить тоже пока не могу. Название. Алап. Да ладно, Ганфинга, я уже слышал. Ганфингер называется. Да, я видел, кстати, у Илюхи в инсте небольшой такой сниппет, видео, кусочек. Клип будет. Ганфинга. Ганфинга. Саунд-система бига. Ганфинга. Убийство на танцполе. Эти руки как улика. Пали как мы выносим капустика. Это дико. Они просят релок маниста. Перезарядика. Саунд-система бига. Ганфинга. We'll be right back.
Music. Больше бейс-музыкантов, в частности наших российских, уделяют внимание драм-н-бейсу, а именно джамп-апу. Ну и тем самым всех призываю в 16 тонн, там будет вот такой вот музыки валом. И прямой бочки, бейс-хаус, бейс-лайн и, конечно же, ломанный драм-н-бейс, джампухи. Yeah.
Don't touch that dial. Да, ребят, вот выдает Данька Медест. Очень крутой сет, подбор. Все очень танцевально, заводно звучит. Молодчина, так держать. Ну и напоминаю, так что вы можете Даньке попасть на обучение по написанию бейс-музыки в частности. И драм-н-бейса тоже, да. Ну и напомним то, что Данька начинал писать драм-н-бейс, да. Только потом ушел на прямую бочку, да. Магиот. Switch it now. Oh, push it. Oh, push it. Трек, такое впечатление, как будто попал на завод, где кругом железо, лязганье, пилорамы. Electronic dance music on Bassland Show. Я так понимаю, немного ликвид звучания, да? Уже под конец немножечко ликвид звучания от моего друга Снофа, его айдишечка. Да ладно, вы знакомы, серьезно? Да. Кирюхе большой привет, да. Да, его айдишечка скоро выйдет, вот. Ну, в принципе-то и все. А, то есть это завершающий трек сегодняшний твой, или как? Ну, еще один будет. А, окей, слушаем снова, премьера. Focus like it's spoken over lap song. Fast run, sweeping out the page and ducking glass eyes. Glass house, throwing stones, illuminate the fast light. Weather the storm, another level is on. Where's the credit? Feeling fed up, so I settle for more. See, I'm settling scores, even better before. Keep my head above the water and the devil is sure. Like I said, it's a sword I'm seeking medicine for. And when the drugs don't work, got me peddling war. So I push the people close to me, this over bleeding overheat. I'm armor plated vocally, a whole release of dopamine. I know this scene of what it means. Evil deeds and rotten dreams, nothing free. And in this world, the dark is my philosophy. Baby, I'm waiting
и решили, что на этом треке поставим жирную точку сегодняшнего стрима. Дань, к тебе большой привет, хотел бы. Большое спасибо, да. Ну и до встречи в 16 тонн 1 марта. Твои пожелания, приветы. Да, ребята, 16 тонн, это пятница. Билеты можно взять у нас в социальных сетях, на сайте Q-Tickets. Приходите обязательно, Profit, Medes, Manista и другие. Всех ждем. Всех ждем, да, ребята, в общем-то, постараюсь этот стрим сделать с GoPro и отдельно аудюху выложить до пятницы, завтра постараюсь все это сделать. Ну и в любом случае, эта запись останется этого стрима, можете его пересматривать, да, шазами там и так далее. Ну, кстати, я не знаю, Данька предоставит трек-лист или нет. В общем-то, всем спасибо и до встречи в эту пятницу, 16 тонн, в 23 часа открываются двери, всех ждем. Drum and Bass, Bass музыка, Bass Chaos, Baseline, UK Garage. Короче, все, что только можно, связано с бейсом. DJ Profit.